Всем привет, дорогие друзья. Ну что, начинаем, продолжаем играть игру Cards for Sale. У нас есть 270 тысяч, и сегодня, как я и обещал в предыдущем ролике, мы будем прокачивать вывеску, интерьер. Нет, не это. Мы будем, ребята, обновление. А, вот, да. Мы возьмем средний офис за 200 тысяч рублей. О, купили, хорошо. Эвакуация, у нас все слоты выкуплены. Теперь мы расширили наконец-таки наш участок. И вот эту как бы штуку я тоже хочу поменять. Мне не нравится. Сколько она стоит? Декорация. Ага. Блин. Так. Блин, дорого все стоит. Вот такой вот зелененький может быть. Давай вот этот зелененький мы купим цвет. А, вывеска у нас Car for Sale Duda. А, Duda, конечно же, не просто Duda, а Duda Play. Она не пишется. А Play не пишется. Ладно, мы увеличим размер. Оп. Размер и ширину. Вот так вот. Она не влезает тоже. Блин. Уменьшаем размерчик. Так вот. А, подожди. Я же здесь могу пробел поставить. О! Супер. Установить за 10 баксов. Смотри, у меня прокачано. Прокачана вывеска. У меня прокачано место. Место увеличено. Офис ушел туда подальше. Замечательно. И у меня 68 тысяч. Что у нас там интересного сегодня есть? Едем на райончик, на автобусе, потому что машиночек у меня нету. Все продал. На районе выбираем тачку. О, вот эту хочу. Вот эту тачку хочу. Привет, сколько стоит тачка? У меня деньги есть. 9800. Это ваша машина будет. Сторганемся до 8. За 8000 давай купим. Ага. Машину мы купили. И мы на ней поедем сейчас смотреть по району. Блин, движняк какой-то. По райончику проедем, посмотрим, где что, кто что продает, почем какие тачки. О, вот это неплохая тачка или нет. Ладно, сейчас мы быстренько сторганемся, посмотрим, что она стоит. 60 тысяч у меня есть, я хочу побольше денег. 18, а хорошо, хорошая цена. Давай за 16. За 16 мы купим ее. Отлично. 2000 заработаем каких-то там. Отправляем ее домой. Мы едем дальше. Все-таки надо еще подороже купить машину. Пикап. Я не думаю, что он пикап дорогой. Какой-то. Нет, надо прям вот это вот, смотри, мне кажется, нормальная машинка. Так, бензина дофига, поэтому можно пока не глушить. Здравствуйте, почем? 34. Ой, хорошо. Ой, за 30 ты мне ее продашь. За 30 тысяч. Ну, блин, нифига я, конечно, не сел. Ого! Купил. И отправляем ее домой. Вот эту, может, посмотрим. У меня 14 тысяч остается. Давай я уже на все бабки-то, так сказать, куплю. 10 тысяч. Нормально. За 9 тысяч мы забираем ее. И клиент довольный. И я тоже. 9 тысяч. Хорошая круглая сумма. Да. Мы ее купили, 5000 остается у нас. Мы машинку отправляем домой и поехали. Только я еще гляну вот эту, причем тачка, смотри. О, какая она красивая. Давай, сколько? 24. Ну, неплохо, неплохо, да. Надо такие тачки брать. Вот они. Можно это торгануться хорошо. И потом ее за 30-ку продать. Вот это движняк здесь, смотри, как они все едут быстро. Начнем опять потихонечку поднимать бабки. Можно было еще поменьше. Ой-ой-ой, куда я поехал? Нет. А, нет, все, дорога здесь, вижу. Вот это, блин, может тут закись азота есть еще. Ночь наступила. Да чтоб тебя. Мне нужно ехать, знаешь, куда? Контейнер. А контейнер у нас... О, фига тебя заносит.
Контейнер у нас находится в другой части города. А подожди, 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 подожди. А где у нас этот дальний свет? Хоть нем... Ох ты, бургерная. Хоть немножечко. Бензин у нас есть. Блин, а что так бензин быстро кончается? Мне кажется, машина стала ехать медленно. А хотя 100 километров в час, это немало. А где наш этот вонючий, как он называется? А, вот он, блин. Контейнер-то. Все, тормозим, тормози! Она что-то тормозит плохо. Поехали, поехали спать. Тысяч. Результат 75 тысяч. Деньги заработали. А откуда? А, это с прошлой серии, которую я заработал. 150 тысяч. Вы чё? Нормально. Я это столько не заработал. Чё обманываете? Сесть в машину. Бегом. Как тут садиться? Может быть, надо указывать на ручку. Смотри, чтобы я сразу понял. Да. Ладно, указывается на ручку. И ты садишься в машину. Все, едем по своей полосе. Это у нас тут получается контейнер рядом с районом богатым. А я пока типа бомж. Пока у меня нет нормального дома. Живу в контейнере. Это что такое? А, это бар. Не аукцион, интересно. Да, подрежем. Какая-то вывеска уже валяется. Ага. Ну все, я в правильном направлении. Потому что я вижу заправку. Значит, рядом мой офис Car for Sale and Duda Play, который у меня Duda Play не влез. Название. Тормози. Аккуратно. О, смотри, места много. Теперь я могу машинки расставить. Блин, почему я раньше это не купил? Это очень круто, круто. Смотри, я сюда ставлю тачку. У меня еще кучу места. Ох, какая машина. А пакетов больше становится? Смотри, ну, по крайней мере, два пакета вижу. А что будет, если не убирать мусор? Это как-то скажется, например, на клиентов? Клиенты будут меньше идти. Давай ее сразу я помою, чтобы она была чистая, и посмотрю, что там у меня с очками опыта. Я хочу уже керхер этот купить, если он купится. Керхер, у меня очков есть, очки навыка, конечно, керхер беру. Так, подожди секунду, давай попробуем этот керхер. Почему звук такой? Жик-жик-жик. Смотри, а звук остался. Есть. Очки навыка. А эти машинки я здесь могу мыть? Да, и с этой стороны я могу помыть. О, так даже прикольненько. У меня есть одно очко навыка. А мы сейчас, знаешь, что сделаем? Подожди. Мы сейчас прокачаем. Керхер этот. А, да в смысле? Скорость работы мойки. Разблокировать. А что такое, я не пойму. Уже есть, уже есть. А, все, уже есть. Это типа быстро? Ну да, в принципе. Ну зачем они звук губки оставили здесь? Непонятно. А что дает этот керхер? Что типа я могу с более удобного расстояния машину мыть? А сверху? А где-то еще грязь. А, все, автомобиль помыт. Да, ребята, намного удобнее керхером пользоваться вот этим высокого давления мойкой. Со шланга. Где еще грязь? О! А сзади? Вот здесь. Ага. И еще вот здесь была грязь. А где эта вода? Ой, замечательно. Так, поехали, значит. Да ё-моё, на ручку, ну, смотри, вот так. Аккуратненько едем, надеюсь, я все думаю, что меня кто-то
Мавзолей. Эту тачку мы ставим вот здесь. Оп. Места много. Еще две машинки, но они легко здесь поместятся. Так, садимся в тачку. Сейчас назад сдадим. А вот как раз мы сюда ее и поставим. Есть. Так, выходим. И... Подожди, давай сразу я выставлю машинки на продажу. Так, 700, как обычно. Пока я буду машину расставлять. А, она не в офисе, блин. Назад. Как назад? Ага. Пока мы ее поставим, ребята. Придут покупатели. Им дайте ты. И мы сможем продавать. Так, теперь эту тачку ставим. Опа, уже смотри, приперлись покупатели. Аккуратно. Ну ладно. Здесь вот так вот еще поставим. Вот это у меня будет коронная тачка почему-то. Оглушим. Не, давай. Сколько? Покупал за 9. За 12 я продам. За 9. А, торговаться за 12. Вообще мало я заработаю. А иди нафиг, придурок. Не хочет торговаться. А, здравствуйте. 16 тысяч купил. А, почем продам? Почем, почем, почем? 21 хочет. А, торговаться за 23 тысячи ровно. А, давай, покупай. Да, это адекватный покупатель. Это тоже, наверное, какой-то бомжик. За 9. Ну, я сказал, что бомжик. Давай за 10. Угу. 10, 200. 200 рублей на чебурек. Есть, купил. Угу. А, вот еще. Так, здравствуйте. А, я ту тачку еще не выставил на продажу. За 9 хочет купить. А, давай 12 тысяч и покупай за 12. Если нет, то нахер пойдешь. Иди нахер. Иди нахер. А, отказаться. Гуляй, придурок. А еще одет такой прилично. Прилично одет, но это не говорит о том, что он адекватный. Так, эту выставляем сразу за 666. Может, кто-нибудь купит ее. За 666 тысяч долларов. Ой, красивый. Ой, красивая тачка. Вот так вот еще делаем. О, нет, вот так вот может быть. На превьюшечку пойдет вот эта тачечка. А может быть это какая красивее, ребят, напишите в комментарии, какая красивее тачка. Итого у нас 38 тысяч. О, вот эта бабенка, она с деньгами. Почему она решила эту купить? Она-то дешевле тачка. А, это дешевая машина вообще. 9 тысяч, 11. А, давай торгнемся за 12. Итого мы вообще копейки какие-то поднимаем. Я вообще в шоке. Да, она купит. Да, она купит, у нее денег дофига. Можно было и дороже продать, кстати. Осталась у меня одна такая вот машиночка. Сколько же она стоит? Давай посмотрим. Тикс. Так, 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 так. Покупал ее за 30. Ой, она хорошо пойдет. Она хоть. Вот что-то сюда встала. Я хочу сфоткать машину. Дурачок, смотри, стоит. Стоит. И что-то хочет от меня. Оп, еще одна. Вот я бабе буду это продавать. Она дороже купит. А, за 30 купили. За 30. Нет. Торговаться за 35. Блин, что она так дешево хочет? О, купила за 35. А что говорила тогда за 30? Капец. Ну ладно, 85 тысяч у меня есть. И будем ждать, ребята, автомобильный рынок открыт. Открыт. Но это мы в следующем ролике снимем. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.